Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. У этих людей имеется чувство собственного достоинства. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Если владелец этого имени неуважительно относится к природе, то он вредит самому себе и за все проделки будет наказан. Лучше быть заботливым. Обладатель этого имени учит быть внимательным к жизни и способным по малейшим изменениям оценивать ситуацию. Эти люди верят только в то, в чем сами могут удостовериться, что могут пощупать собственными руками. Человек с гласной «Я» в имени может наслаждаться собственными мыслями. Звук «Л» говорит о сильно развитых родственных чувствах. Носители этого имени иногда раздражают окружающих чрезмерными амбициями. Предупреждение владельцу с буквы «Л» не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Владельцы такого имени застенчивы и с трудом сходятся с окружением. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Люди с буквой «М» в имени обладают превосходным умением решать сложные задачи и проблемные ситуации. В любви предпочитают комфорт и стараются предугадывать желания партнера. Буква «У» в этом имени означает развитое воображение, великодушие, доброжелательность и порой излишнюю прямолинейность. Владельцы этого имени не любят беспорядка и импровизации. Редко встречающийся в именах звук «У» воспринимается на слух свежо и оригинально. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Может быть и великодушным сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. Значение буквы «Ш» в имени говорит о спокойствии и стабильности, тонком чувстве юмора, аналитическом складе ума. Представители этого имени присущи такие качества, как мелочность и осторожность, нежелание рисковать, привычка верить исключительно в собственные силы, а также во все основательное, конкретное, во все, что можно рассмотреть, измерить или пощупать. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.